А вот обнаружить другой дурман в который раз помогла милицейская собака Дора. В пятницу вечером сотрудники милиции патрулировали улицы Мозыря вместе с четвероногим сотрудником. Овчарка обратила внимание на проходящего мимо мужчину. Подойдя к нему, присела и стала лапой показывать на штанину. Милиционеры провели досмотр. Действительно, мозырянин 1982 года рождения хранил в кармане два свертка с веществом темно-коричневого цвета. Экспертиза показала, что изъятое вещество – гашиш массой по 1 грамму. По факту незаконного хранения наркотических средств возбуждено уголовное дело. Напомним, неделю назад Дора нашла наркотики в кармане у минчанина.